Привет всем, вы на канале Дэйзи Дарт, это обзор магазина 13 июня, поехали! Так, и сегодня у нас поехали. Ну, обычно я вначале быстро показываю, а потом более углубленно расскажу. Так, обшивка, перехватчик, черная броня. Это если что дубль 2, потому что я сохранил без микрофона. Так, слезы ручьем, айрон, зверь, бой с тенью. Поехали. Ламурок более интересный скин, чем остальные. Ну, почти все. У него есть 2-3 подобраза, да? И самый крутой подобраз, я считаю, третий. Более-менее он офигенно выглядит. Лама — это тотемное животное, входит в набор вредной пищи. Один из интересных скинов, но не знаю, советую я или не советую. Вообще, кому нравится тематика такого вот, типа, бомбистские идеалистки, и типа любят играть за такие скины, то бомбистские идеалистки плюс этот скин можно иногда так более-менее круто выглядит. То так, то так. И офигенный радужный распиливатель. Четкая вещь. Одна из лучших кирок в игре, как я знаю. Довольно интересно. Идем дальше. Пузырьки. Ну, такой себе. Боевой карась. Знаете, я не люблю карасей, так что... Ну, особенно этого. У него страшная морда. Честно. Мне не нравится вот эта морда. Она такая наглая, такая... для любителя. А здесь подобраза нету. Да, это наебочка. Нам сегодня наебочку сдали. Отважные малые поют, когда вы убиваете врагов. Ух ты, круто. Карась выходит на тропу войны. Такой себе. Вот честно, я, наверное, хейтер караси, но этот скин самый страшный. Вот, честно, его, пожалуйста. Его не следует трогать вообще. Так, один из лучших скинов за 2000, потому что у него есть бэкпак, который считает, сколько вы убили за весь матч. И 4 стиля. В принципе, за 2000 иметь 4 стиля вот таких вот, это круто. И оранжевый, желтый. Но, знаете, мне не очень нравится, что у него есть нету образа без маски или как-то так. Вот это вот немного минус, но вообще он клевый. Вот такой вот счетчик, каждое убийство на счету. Это круто выглядит, но опять же, что за наебочка? Почему нельзя посмотреть? Ай, короче, понятно. И такая своя черная броня, не очень. Берди для киберкотлет, но более-менее, если честно. Знаете, я в ТикТоке показывал, как подпрыгивает, ну, комите и показывает под юбкой. Жаль, что у меня нет Бёрд, чтобы показать, что у нее там. Ладно, ладно, я, конечно, извращенец. Да, я извращенец. Нужно больше лам. Классные эмоции. Добавим мы ее сегодня в ТикТок. Слезы ручьем. Одна из лучших эмоций. Лучше ее покупать. Потому что, ну, я ее часто юзаю. Мне она очень нравится. Очень подходит повсюду. Пластин не так себе. И давайте самый интересный скин сегодня разберем. Зверь. Один из лучших скинов на сегодня. Потому что, во-первых, он в игре очень... Я его ни разу не видел в игре. Сколько не играю, я реально ни разу его не видел. За 1500 вы получаете 4 подобраза. Ну... Знаете, то, что он немножко огромный, это так себе. А так, ну, в принципе, его топовый выглядит... Ну, Ягуар круче всех выглядит, по-моему. Более-менее такой интересный скин. Ну, прикольно. А у него еще есть 4 подобраза на спину. Это, типа, такие вот двигатели, и это круто. Типа, если даже вы покупаете его не с целью играть за него, у него есть двигатель сзади. Который еще, вот видите, типа... Дымит, это круто выглядит. А кто не любит двигатель в наше время? Я любитель двигателя, это круто, крутая фишка, круто. Так, на сегодня зверь считается одним из интересных скинов. В плане того, что вы его не видите очень часто, и жаль, что реально его нету. Интересный скин. А когда он зашел, сезон 8? Кстати, да, он как-то на минималках. Где-то средний по стоимости и за 1500. Но то, что у него
Вот 4 стиля и 4 подобраза на бэкпак, и его спасает. Считаю интересным скином. Теперь, как обычно, по нашей программе мы посмотрим топовые арты. Посмотрим. Этот арт я не знаю, почему относится к Fortnite. Если вы знаете почему, пишите в коммент. Идем дальше. Топовый бананчик. Кто его не любит, вот косплей обожаю. Офигительный. Вот, я, знаете, я просто полюбил вот эту защиту. Это офигительный арт. Я его, блин, просто обожаю. Я извращенец, так что такие арты я люблю. Идем дальше. Супер арт, офигительно детализированный. Человек, который старался над этим артом, он молодец. Это очень клево выглядит. Очень красиво. Вот смотрите, да, любая деталь, которую вы здесь посмотрите, она очень детализирована. Это крутой эффект на самом деле. Можно здесь каждую деталь посмотреть. Вот, типа, вот даже вот приблизить так, видно все, абсолютно все, и это очень круто. Но таким артом, если работать, то это один из самых лучших артов, которые я сейчас видел. Злоба. Красивый арт. Все арты на злобу, они клевые. Практически. Ну, есть такие себе, но это клево. Из пластилина сделано. Интересный арт, мне нравится. Тут арт, где бананчик и карась едят мороженое. И я не знаю, что у них за бэкграундом, вообще не понимаю, что это. А, это зомби вылазит. Ну, наверное, сейчас съест карася и бананчика. Тут, знаете, типа такая вот круговорот веществ. Они едят мороженое, а их съест мозгляк. И потом все по кругу будет идти. Вот так вот. Офигительный арт, и люблю анимешки, так что даже вот эта вот простенькая нарисованная, она очень клево выглядит. Мне нравится. Ну, так себе вообще ужас, зачем я его сохранил, не знаю, может кому-то понравится. И последний лучик, и не знаю кто, Рамирес, наверное, тут, так сказать, Рэй энд Рамирес. Рэй? В смысле Рэй, это же лучик. Понятно, короче. Ну, тут типа робофилия или как-то так. Ну, забейте. Классный арт, очень красиво выглядит, интересно. Так, это был обзор на 13 июня, дубль 2. Давайте, всего хорошего и до скорых встреч. Скоро будут стримы, где-то 17 числа или 19. Ну, 17 у меня просто ноут могут забрать. Но я думаю, даже ночью смогу, если что, постримить. С вами был Дэзи Арт, это спасибо за внимание, всего хорошего. Так, где эта кнопочка аутера? О, нашел. В конце концов, я собираюсь уйти. Человек приходит на определенное время, а потом уходит. Таков порядок вещей. I'm sick of the hurt and the pain. Sick of the storms and the rain. Sick of the shit and the stains. Motherfucker, fuck fame. Let's play the blame game. Fuck Obama, I ain't even got changed. A lot of my niggas only got cocaine. Fly boats, drive planes. It's a crazy world, man. Everybody lame. Not a rapper, some dick for fame. No way. Holy cow, this Chick-fil-A. I ain't got a lot of shit to say. Caution, pimps at play. Honest, fuck today. Fuck your flooded out chain. What's a man to lose his soul and have the world to gain? С вами был Дейзи. Прощайте. Я вас люблю.